Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как создать архив штатным приложением Windows 7. Если в вашей системе не установлены дополнительные архиваторы типа WinRAR или WinZip, то это совершенно не страшно, так как в Windows 7 есть специальное приложение, который позволяет создавать архивы, а также распаковывать файлы из архивов. Итак, для создания архива необходимо открыть какую-нибудь папку. Я открыл обычную папку на диске D. Здесь у меня есть несколько видеофайлов с приколами. И сейчас мы их добавим в zip-архив. Для этого выделяем файлы, нажимаем правой кнопкой мыши «Отправить». Сжатая zip-папка. Ждем, пока приложение создаст архив, причем совершенно бесплатно, так как WinRAR у нас, насколько я помню, платная программа, а WinZip она бесплатная. Но о этих программах я хочу сделать отдельный видеоурок, в частности рассказать, как установить пароль на архив, так как стандартное приложение, оно не позволяет создавать пароли. Итак, архивирование файлов завершено. Как видно, на выходе у нас получился всего один файл с форматом zip. Размер его 630 мегабайт. Ну, это чуть-чуть меньше, чем 6 видеофайлов на 2 мегабайта. Вот он архив. Подобные архивы скачиваются с интернета. Значок у них вот такой. Для того, чтобы распаковать данный архив, предположим, вы скачали с интернета какую-то программу, но из-за отсутствия программного обеспечения разархивировать вы не можете. Соответственно, встроенный архиватор поможет вам вытащить отсюда файлы. Нажимаем правой кнопкой мыши «Извлечь все». И нажимаем «Извлечь». Итак, как видно, все файлы разархивированы, и они поместились в папку «Прикол 3», где хранятся все 6 видеофайлов. На этом все. Понравилось видео, ставим лайк. До новых встреч!